Всем огромный привет! Сегодня готовлю закуску из печени. Неожиданно, оригинально и очень-очень вкусно. Эта прекрасная закуска подойдет как на праздничный стол, так и на каждый день. Даже если вы не любите печень, то попробовав такую закуску, ваше отношение изменится в положительную сторону. Берем куриную печень. По желанию можно взять говяжью. Разрежем на части. Вес куриной печени у меня 500 грамм. Приготовим маринад. Сок лимона примерно 2-3 столовые ложки вливаем в миску. Добавляем 3 столовые ложки соевого соуса, 1 чайную ложку меда. Можно заменить на сахар или вообще не добавлять. Добавляем черный перец, красную паприку. 2-3 зубчика чеснока пропустим через пресс для чеснока. Перемешиваем. Соль можно не добавлять, так как здесь соевый соус, но я добавляю дополнительно 1-3 чайной ложки. Заливаем печень и перемешиваем. Оставляем печень промариноваться хотя бы на 30 минут. Я ставлю в холодильник и оставляю на 2-3 часа. Прошло 2 часа, достаем печень. Теперь нам понадобятся полоски бекона. Берем одну полоску, разделим ее на 2 части. Кладем кусочки печени и заворачиваем в бекон. Закрепляем деревянной шпажкой. Кладем на противень, на расстоянии друг от друга. Ставим в духовку разогретую и готовим при 200 градусах 20-25 минут. Не стоит передерживать, главное, чтобы подрумянился бекон. Ориентируйтесь по своей духовке. Вынимаем из духовки, убираем шпажки, закуска готова. Печень получается сочная, нежная и очень-очень вкусная. Кстати, вкусно и в горячем, и холодном виде. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях и напишите в комментарии, понравился ли вам рецепт и будете ли вы готовить. Хочу знать, насколько полезен вам данный рецепт. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!